Привет! Вы на канале о растениях, меня зовут Катя, и в этом видео поговорим о пользе микрогрина свеклы. Микрозелень свеклы не только имеет яркий цвет и восхитительный вкус, но и богата питательными веществами. Как и большинство микрозелени, она является хорошим источником витаминов А, В, С, Е и К, железа, кальция и белка. Микрозелень свеклы также содержит значительное количество магния, йода, калия, фолиевой кислоты и даже меди. Употребление в пищу ростков свеклы способствует укреплению иммунитета, улучшению работы пищеварения, повышает тонус организма. Вещества, содержащиеся в микрозелени, способствуют укреплению нервной системы, улучшению зрения, хорошей работе сердца и сосудов. Также микрозелень свеклы делает кожу сияющей, так как содержит большое количество необходимых витаминов и минералов. Это помогает удалить мертвые клетки и заменить их новыми. Очищает организм от токсинов. Это тоже немаловажно для кожи. Микрозелень свеклы помогает при выпадении волос. Дефицит витаминов и минералов считается наиболее частым причиной выпадения волос. В решении этой проблемы во многом помогает свекольная микрозелень. Микрозелень из свеклы богатая железом, калием и электролитами. Это помогает восстановить ослабленные волосы и снизить вероятность их ломкости. А еще микрозелень свеклы богатая антиоксидантами, помогает защитить печень от серьезных инфекций. Биологически печень известна как центр организма. Свекла выделяет детоксифицирующие ферменты и вносит большой вклад в нейтрализацию вредных побочных продуктов. В свекле содержится бетаин, который помогает печени вырабатывать необходимые ферменты. Это также помогает регенерации клеток и распаду жира. Ростки свеклы окрашены в интенсивный фиолетовый цвет, что говорит о содержании значительного количества антоцианов. Эти вещества относятся к группе флавоноидов, обладают антиоксидантными свойствами, препятствуют процессам старения, снижают риск возникновения раковых опухолей. Вкус у микрогрина свеклы нежный, не острый. Свекла нашла применение в приготовлении первых, вторых блюд, салатов, десертов и даже напитков. Стебли проростков имеют насыщенный малиновый цвет с приятными ярко-зелеными листьями. По вкусу микрозелень свеклы напоминает данный овощ, поэтому в готовых блюдах ярко ощущается сладость и свежесть. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчики вверх. А если вы хотите приобрести нашу микрозелень, ссылочку на наш сайт я оставлю в описании.